Детская площадка – место притяжения детей. Это яркие качели и лесенки, домики и горки. Не только красивые, главное – безопасные. Игровой городок на проспекте Чайковского назвать таковым пока нельзя. Родители бьют тревогу, а наша съемочная группа выясняла, когда же все будет приведено в порядок. Этот игровой городок не манит к себе ребятишек яркими красками. Скорее наоборот. Серые горки и блеклые домики навевают тоску. Родители говорят, что атмосфера больше походит для андеграундных фото, нежели для детского досуга. Нет, площадка отвратительная. Все не покрашено, все разваливается. Не знаю, даже что-то еще. Неухоженный вид. Под ногами песок вперемешку с мусором, на стенах игровой крепости надписи, в том числе лозунги украинских националистов. Но вот только помимо косметического, многое здесь требует еще и серьезного ремонта. Огромная прореха зияет в крыше домика и еще две большие в горке. Конструкция вроде бы большая, просторная и добротная, но вот внутри образовались вот такие огромные дыры. За них ребенок может зацепиться и получить травмы. В таком унылом состоянии детский городок пребывает уже больше года. Играть здесь просто опасно. А напротив – большая девятиэтажка, где полно семей с малышами. Ремонт тут, по словам местных жителей, был почти 5 лет назад. Свою лепту вносят и посетители увеселительных заведений, что расположены по соседству. Каждые выходные дни здесь после полуночи разворачиваются шумные автопати. Недоброжелательные люди, которые здесь отдыхают, гуляют и ломают нашу площадку. Хотелось бы, чтобы в порядке было. Наша детская площадка. Собственник площадки – администрация центрального района. Как явствует из информации с сайта госзакупки, ремонт запланирован на нынешний год. На сумму в 350 тысяч рублей чиновники планируют привести в порядок 83 объекта в окрестных дворах. В том числе и по адресу проспект Чайковского, 6, корпус 2. Власти обещают покрасить все заново и заменить аварийные детали. Правда, не исключено, что обещанного жителям этого дома придется ждать целых полгода. Ведь контракт был заключен еще в мае, а последним сроком его исполнение прописан аж декабрь месяц.